Если в доме пахнет елкой, если пахнет апельсином, это значит, наступают очень радостные дни. Если дети все нарядны, мамы, папы все красивы, значит, будем веселиться, веселиться не одни. Значит, будем веселиться, веселиться не одни. С Новым годом, с Новым годом, с неба падает снежок. С Новым годом, это значит, что все будет хорошо. Дед Мороз читает письма и готовит нам подарки. Ничего не перепутал, никого не позабыл. Он несет мешок огромный через горы буераки, чтобы каждый был счастливым, чтоб веселым каждый был. Чтобы каждый был счастливым, чтоб веселым каждый был. С Новым годом, с Новым годом, с неба падает снежок. С Новым годом, это значит, что все будет.